Спасибо. Это гитарные формы. Нас стало меньше. Ну, так и должно быть. Соло, дуэт, трио, квартет, квинтет. Все правильно идет. Теперь у нас дуэт гитар. Я приглашаю Максима Шибина. И мы продолжим. Thank you.
немножко остальные отдохнули, мы потрудились, а теперь мы опять вместе. Thank you.
оптимистичной ноте я сделаю маленькую паузу и вам скажу два слова. Я не знаю, как вам, но я на первое место ставлю ритм. Любой солист ищет хорошего аккомпаниатора. Если он его находит, 100%, он может даже играть чуть-чуть хуже. Аккомпаниатор сделает все остальное. Но когда нету аккомпанемента, как бы солист бы не, как это сказать, мягко изощрялся, помощи нет и не получается. Есть даже маленькая такая поговорка: солистом можешь ты не быть, но аккомпанировать обязан. И вот из этого всего я пришел к выводу, что ну как бы без ритма нет джаза, без свинга нет джаза. Это не я, это я пришел уже по годам, как говорится, а это было раньше еще и до меня. Нет ритма, нет джаза, нет свинга, нет джаза. Я надеюсь, что мы свингуем, и наш ритм до вас доходит. Спасибо вам большое. Мы продолжаем. Теперь остается три гитары. Три гитары, которые вольны в своих мыслях, но они будут лирические. Thank you.
Это были три гитары для вас. Сейчас немножко техника тут подвела, но сейчас это закрепляется. А теперь мы спасибо. А теперь две гитары и контрабас. Гитарные формы продолжаются. Thank you.
Мы продолжаем гитарные формы. Вы видите, разные. Гитара, соло, дуэт, трио с контрабасом, без контрабаса. Три гитары просто. И все вместе. Ну, в общем, по-моему, это такой праздник небольшой гитары. Причем гитары без всевозможных приспособлений. Да? Акустические гитары фактически. Но увеличена мощность. Больше ничего. Остальное все делают руки. Техника ничего не делает. Я сам так же думаю. Живые пальцы, больше ничего нет. Хорошо. А где у нас ритм? Ритм. Все здесь. Теперь все вместе. Thank you.
Ну что же, путешествие продолжается. Мы перешли к заключительной третьей части. Немножко будет покороче. Но гитарные формы продолжаются. У нас много комбинаций, поэтому это здорово. Мы еще не были в блюзе. Ну вот мы до него и дошли. Thank you.
Конечно, нельзя не сказать все, что прозвучало. Надеюсь, что было вам интересно. И с точки зрения ритма, и гармонии, и мелодии. Но закончить хочется все равно Эллингтоном. Thank you.
Друзья мои, это было наше гитарное шоу, если можно назвать. Гитарные формы. Я давно мечтал о такой программе, когда в одном концерте участвует несколько гитаристов. Гитаристов, прежде всего, джазовых. Потому что свинг для меня это... Это все, я бы так сказал. А джаз просто является как образ жизни. Я очень рад, что мне удается сплотить моих друзей вокруг себя. Я очень люблю свинговать с ними вместе. Они отвечают. И это самое главное. Этот заряд мы передаем вам. Если это получается, это прекрасно. Арт Блэки... Легендарный Арт Блэки говорил: аплодисменты для артиста – это есть его пища. Спасибо. Thank you.
Максим Шибин, гитара. Сергей Худос, контрабас. Вардан Бабаян, барабаны. И наш гость сегодня Гасан Багиров. Все это вместе, гитарные формы. Если вам понравилось, мы очень рады и будем ждать вас вновь. Алексей Алексеевич Кузнецов.